Всем привет, друзья! Вы на канале Мотохайкер. У нас вчера немножко выпал снег, как вы можете видеть. Ну, он уже почти растаял весь. Но я что-то посмотрел на свой мотоцикл, мне его так жалко стало, и я решил сегодня смазать цепь. Он у меня стоит сейчас открытый, потому что я его не успел тогда закрыть. И пошел дождь, а потом, ну, мокрый, накрывать его смысла не было. Я занес эту накрывалку домой, дома высушил ее. Сейчас жду, когда погода немножко наладится, чтобы немножко было сухо, чтобы он высох вниз, а потом уже я его закрою, ну и там до следующей покатушки. Так что сейчас я его поставлю на подкат и смажу. Вот, смазывать я буду не этим, не трансмиссионным маслом, а сегодня буду смазывать вот таким средством. Ну, вроде неплохое, я его купил так, на всякий случай, если вдруг мне лень будет маслом мазать или в дорогу. У него есть еще, короче, маленький баллончик. И маленький баллончик можно заправлять вот от этого большого. И маленький баллончик можно с собой возить в этом, в багажнике. Очень удобно. Поэтому, собственно, это для таких целей я и купил, для путешествий. На улице свежо, но терпимо, жить можно. Дождика, слава богу, сейчас нету. Ладно, ребята, сейчас поставлю я его на подкат и будем мазать цепь. В принципе, цепь сейчас нормальная, она даже не заржавела, но я на всякий случай думаю, надо все равно смазать, для профилактики хуже не будет. Хрен его знает, сейчас сколько будет такая погода длиться и когда мне его придется накрыть водой. Поэтому лучше смазать, да, береженного Бог бережет. Давайте я вам сейчас покажу, как я буду это делать, так что оставайтесь на связи. Так, для начала давайте протрем тряпочкой хоть эту цепочку. Ну, удалим из нее, от нее ненужную влагу, так скажем. Так, нейтрально. Блин. Во. Вот такая вот грязная она была. Так, ну теперь, собственно, будем так мазать. Этим баллоном очень классно дозировать смазку. То есть можно очень-очень-очень тонко дозировать. Это классно. Это меня радует. Ну все, собственно, готово. Так, друзья, вы только что были свидетелем того, как я мажу цепь. В принципе, занятие это доставляет мне очень большое удовольствие. Ну да.
Когда-нибудь я поставлю автосмазчик. Ну, собственно, давайте я вам еще раз покажу свой мопед. Вот он, красавчик. С такого ракурса вы его еще не видели, наверное, да? Вот, смотрите, как она выглядит. Видите, беленькая. Тоже очень удобно. Сразу видно, куда попало, куда не попало. Кстати, цепь я еще ни разу не подтягивал. То есть пробег сейчас... Давайте посмотрим, сколько там пробега. Пробег 9905 километров. Кто не верит, могу показать. Ладно, ребята. Все, всем спасибо за просмотр. Если ты еще не подписан на канал, обязательно подписывайся, не стесняйся, оставляй свой комментарий, если есть какие-то вопросы. Ну, в общем, ставь лайки, там, дизлайки, если... Ну, в общем, все как обычно, ничего нового. Увидимся в следующем ролике.